добро пожаловать на мой канал. Сегодня тема моего видео будет о таком актуальном женском аксессуаре – сумочка. У меня сумочка компании Valentino, вот такая красотка. Актуальный, практичный цвет по сезону. Радует фирма Valentino принципиально новыми уникальными моделями. Яркая на самом деле сумочка. Кожаная красавица. Расцветка этой сумочки действительно создает осеннее настроение. Способна преобразить любой наряд. Она является как аксессуаром сама по себе. И в конце этого видео я покажу вам несколько своих аутфитов с этой сумочкой. Итак, давайте посмотрим, как же я разместила здесь все самое основное. Вход в эту сумочку в каждый отдел, он отдельный, на замочке. Очень удобно. Вот эти многочисленные отделы помогают мне держать все самое необходимое в идеальном порядке. В потайном кармане у меня находится ткань для очков. Дальше у меня находится ручка с нашим логотипом Paris Tattoos. Я ей постоянно пользуюсь. Ручка. И в тон сумочки я купила вот такой кошелечек хорошего качества. Это оригинальный US Polo кошелек, но он был сделан в Китае, как я уже где-то посмотрела. В Китае есть разные заводы, есть дорогие заводы, есть дешевые заводы, поэтому Китай Китаю рознь. Он коричневого цвета с такими оранжевыми вставочками, вместительный, со многими отделениями кошелек. Вот в такое центральное отделение у меня идеально помещается кошелек и ключи. В следующем отделении у меня обычно лежит iPhone сейчас и лежит вот такая маленькая штучка, чтобы фотографировать саму себя. У этой штучки есть app, а как она называется, я сейчас не вспомню. То есть идет программа iSnap, такой небольшой пульт управления, который подходит к айфонам и айпадам. Обложкой на моем айфоне является вот такая картинка. Это картинка тирамису. Готовила это блюдо для своего мужа, тирамису с малиной. Подслащиваю жизнь своего мужа. И в третьем, последнем отделении я разместила свою косметичку. Сейчас я пользуюсь вот такой косметичкой от Betsy Johnson. Я очень люблю этого дизайнера. У меня также есть еще одна косметичка на работе, поэтому в основном все свои помады я ношу с собой. Вот такая вот малышка от Betsy Johnson поместилась идеально в моей сумочке. Пользуясь случаем, у меня как раз лежала до этого в машине, это такая маленькая колоночка, сейчас я ношу ее везде с собой, то есть любую музыку с телефона, либо с айпада можно теперь слышать через вот такой вот усилитель. Что слеза, а не дождь, поймешь, что нельзя. Без меня зачеркнешь, выдумай. Снова стану мечтой, кто теперь за меня будет мной. Не любить, не любить, не страдать, дело от тебя шаг назад, смелая. Не вернешь, не отдам, что могла разделить пополам. Ориентация серая. Я хочу, чтоб ты верил, я хочу, чтоб ты плакал. А я не буду бояться, что нам нужно расстаться, что мне нужно остаться. Ориентация серая. Я хочу, чтоб ты верил, я хочу, чтоб ты плакал. А я не буду бояться, что нам нужно расстаться, что мне нужно остаться.
Мне очень радует звук этой маленькой колонки, и я ей очень рада. Вот такая у меня маленькая новая штучка, между прочим, появилась, между прочим. Лось ходит прям где-то рядышком. Где-то рядышком ходит лось. Красочный ноябрь, и даже поспела земляника. Откуда такая земляника? Земляника. И вот здесь тоже земляничка. В ноябре месяце. Вот эта сумочка таит все оттенки осени в себе, и мне она очень понравилась, мне кажется, на этот сезон просто прекрасный вариант. Спасибо всем, что досмотрели мое видео до конца, до новых встреч, пока!